Друзья, ежедневно на нашем канале мы публикуем самые важные события в жизни наших звезд и талантливых людей. Но, к сожалению, мы очень часто стали сталкиваться с сообщениями об уходе известных людей, среди которых великие актеры, певцы, композиторы, писатели и спортсмены. Эти люди внесли огромный вклад в развитие нашей страны и в наше культурное наследие. Уход таких людей – это большая потеря, и мы просто не можем пройти мимо. Эти потери оставляют огромный след в сердцах каждого из нас. Вот и сегодня с огромным сожалением вынуждены вам сообщить об уходе прекрасного человека. На 80-м году ушел из жизни российский политик, депутат Государственной Думы России Иван Никитчук. Иван Никитчук родился 21 мая 1944 года в Равенской области. Окончил Харьковский авиационный институт. Защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Занимался испытаниями и прогнозированием гарантийных сроков эксплуатации ядерного оружия. В 1999 году избран депутатом Государственной Думы. Работал в комитетах Государственной Думы по наукоемким технологиям, по собственности, регламенту и организации работы Государственной Думы, заместителем председателя депутатской группы по связям с парламентом Украины. Автор ряда федеральных законов и постановлений Государственной Думы, многочисленных депутатских запросов и обращений в различные инстанции. В 2011 году избран депутатом Госдумы, член фракции КПРФ.